Всем привет! С вами Ши, мы очень рады видеть вас на своем канале. Как вы могли заметить, в последнее время у меня бывают перебои в съемках, последние полгода, и нет какой-то стабильности, потому что я работающая мама, у которой нет ни няни, ни детского сада, и все мне надо делать самой. Конечно же, времени не хватает. В связи с этим я планирую выпускать больше влогов, и влоги эти будут повседневные. Я буду стараться снимать как можно чаще, вернее, даже выкладывать, снимать это не проблема, проблема монтировать. Пока в планах у меня выкладывать видео через день, то есть 3 раза в неделю. Не уверена, насколько это будет реалистично, но пока я так хочу. Мне, конечно же, нужно дождаться камеры, которую я заказала, она все никак ко мне не придет, потому что предыдущую камеру разбил мой любимый сын. Я думаю, мы с ним вдвоем постарались, потому что я ее раз 30 тоже роняла как минимум. В общем, как придет эта самая камера, я и начну снимать влоги. А теперь вопрос к вам. Как вы считаете, чего не хватает в влогах? Либо чего хотелось бы добавить, чтобы они были интересней? Насколько я понимаю, интереснее будет, если я чаще буду показывать себя, потому что часто у меня бывают влоги, когда я себя вообще не показываю. Но у меня логика была обратная, чтобы вы смотрели моими глазами. В общем, вопрос к вам, как вам нравится больше, но я думаю все-таки компилировать и то, и чтобы я была, и то, что я показываю, естественно, тоже вы видели. Вообще, в целом вопрос, какого контента вам не хватает, какого контента вам хочется больше, потому что у меня абсолютно разноплановые зрители с разными предпочтениями, кому-то нравятся влоги, но я по последним видео вижу, что их очень мало людей смотрят, то есть из 60-7 тысяч смотрят только 2 тысячи, там, либо 10 тысяч. Очень мало просмотров относительно количества подписчиков. Вопрос к вам, какого контента именно вам не хватает, оставляйте как можно больше комментариев и своих замечаний каких-то, возможно, под этим видео. Я понимаю, что многие у меня подписчики, особенно первоначальные, первые 50 тысяч, наверное, были именно благодаря моим каких-то бьюти-видео, то есть я какие-то мейкапы снимала, обзоры косметики, но мне, честно сказать, это уже не очень интересно, потому что, ну, во-первых, таких каналов миллион, во-вторых, есть каналы у визажистов, которые это вам расскажут лучше, чем я, и как-то говорить о косметике все время, это, не знаю, для меня это неинтересно. Конечно, на этом канале также останутся обзоры покупок, шопинг, одежда. Я буду вам показывать на себе что-то. Еще одна из проблем у меня со звуком, я ее прекрасно понимаю. Эта проблема у меня уже не один год. Несколько раз меняла микрофоны, но все время какая-то ерунда у меня получается. Когда я шевелюсь, звук дребезжит. Я планирую сейчас купить на камерный все-таки микрофон. Я не готова покупать такие петлички опять, потому что они меня достали. Вот чтобы сесть ровно, надо ее рассунуть под одеждой, воткнуть в камеру, провода по всему дому. Я знаю, что есть радиопетлички, но все равно не хочу. Хочу просто на камерный, тупо включить камеру, сесть и с вами поболтать. Я уж не говорю про то, насколько эстетически не очень выглядит торчащая петличка. И тут у меня мое украшение. Как-то оно не очень. Меня это все раздражает. Если как-то резюмировать все, что я сейчас сказала, то планы мои на канал такие. Снимать больше влогов, вывешивать чаще видео. И в том числе вот такого болтологического характера. То есть они будут как-то чередоваться. Я думаю, без особого расписания. Когда у меня будет время смонтировать влог, это одно. Когда будет время снять видео перед камерой. И если у вас будет много запросов на такое видео, я буду снимать больше их. В общем, прошу вас проанализировать мой канал, зрителей, которым нравятся мамочкины видео, которым нравятся влоги, которым нравятся бьюти-видео, и чтобы каждый из вас оставил свое мнение, потому что мне, конечно же, хочется радовать вас, своих зрителей. Ну а на этом я с вами прощаюсь, желаю всем отличного настроения, до новых встреч, пока-пока!